Новое видео выходит каждый день в 20:00. В одном из роликов на своем основном канале я уже рассказывал вам про сет-квест, однако я не особо углубился в суть самой проблемы. Вернее, вообще в нее не углубился, в этом-то и суть. Именно поэтому данный ролик и выходит. Но я сейчас не хочу поговорить о том, что за использование сет-квеста ваш канал могут забанить, так как вы искусственно завышаете себе статистику по подписчикам, что запрещено правилами Ютуба. И пусть сет-квест говорит, что все проведено через ютубовский API и так далее. Блять, авторизацию на сайте через ютубовский API может нахуй сделать абсолютно любой сайт. Код, блять, открытый, в этом нету ничего сложного, сука. Чего вы так прикрываетесь жестко? В общем, ладно. Давайте поговорим немного детальнее. Вы знаете, как только человек создает свой YouTube канал, у него на нем нету абсолютно ничего. Ни аудитории, которая бы его знала, которая бы смотрела каждый ролик, а у меня она, кстати, сейчас есть, поэтому спасибо вам за это большое. Так вот, у него нет ни аудитории, ни просмотров, ни лайков, ничего. Он не знает, кто видит его ролик, как вообще его ролик могут увидеть и так далее и тому подобное. Почему подписки не растут, почему лайки не растут, что вообще происходит такое. И тут на помощь к данному ютуберу приходит такой сервис, как SetQuest. Что же такое SetQuest? SetQuest — это такой сайт, на котором за выполнение определенных действий вы можете получить что-то желаемое. Допустим, ютубер снял какое-либо интервью, и дабы посмотреть бэкстейдж данного интервью, вам нужно зайти на SetQuest и выполнить несколько условий, которые нужны для того, чтобы скачать вот бэкстейдж с этого самого интервью. Допустим, подписаться на канал, поставить лайк, написать положительный комментарий, либо любой комментарий. Это не важно, ютубер сам устанавливает типа то, какие задания нужно сделать и вознаграждение за них. Так вот, что же делает SetQuest такой? Ну я вам уже объяснил. Так вот, что же делают ютуберы? Ютуберы делают какие-нибудь популярные сборки по типу FPS апов и так далее и тому подобное, и ссылку на них дают на SetQuest. Тем самым количество подписчиков безусловно растет в геометрической прогрессии, так как, ну, типа, всем же нужно подписаться, всем же нужна эта сборка. Вернее, не всем нужно подписаться, а всем просто нужна данная сборка, именно поэтому они и подписываются. То есть вы понимаете, что тем самым на свой канал вы привлекаете циферку и не более. Вы привлекаете людей, которые абсолютно не заинтересованы в вашем контенте. То есть, ну вы понимаете, и также вы убиваете свой канал тем, что на вас человек только что подписался через какой-то, блять, сторонний сайт. YouTube это анализирует. Через сторонний сайт подписался. То есть не с основной страницы YouTube, не с чего-то такого, а просто с какого-то стороннего сайта SetQuest. То есть YouTube же не может определить, что это за сайт такой. YouTube такой начинает анализировать. SetQuest, да? И нужно отписать. И он может либо отписать люди, либо люди сами отписываются. А когда на ваш канал подписываются и, блять, не пройдя несколько минут отписываются, то YouTube понимает, что вы, ну, каким-то образом либо завышаете себе статистику, либо делаете какие-то противоправные действия. То есть YouTube анализирует абсолютно все, что связано с вашими видеороликами. На какой секунде был поставлен лайк, до какой минуты или секунды досмотрел потенциальный зритель, то есть на какой секунде он выключил, то есть через какое время он вернулся опять к просмотру данного видеоролика, он все это анализирует и вследствие этого рекомендует ваш видеоролик. Поэтому такая важная часть, как подписки, на это вообще не надо забивать. И ладно, да, безусловно, то есть вы заливаете в FPS обзорку и многое другое. И да, ваши подписчики безусловно растут. Скажем так, что у вас было, допустим, 100 подписчиков, вы залили FPS обзорку, она набрала 100 тысяч просмотров, и с нее на ваш канал подписалось 6 тысяч человек. Вы ликуете, уху, я так давно ждал эту популярность. Однако на ваш канал подписываются боты. То есть это все равно, если бы вы накрутили, то есть каких-то подписчиков и так далее. И вследствие этого, то есть ваш канал умирает. Люди не знают, кто вы такой, они не знают, что вы делаете, они подписались, потому что им от вас нужно было что-то, как и на сервисах накрутки. А если кто-то не знает, как вот эта вот циферка влияет на выдвижение роликов, давайте я вам объясню. Сейчас во многих социальных сетях, вообще, наверное, во всех, в Инстаграме, во ВКонтакте и так далее, присутствует умная лента. Что такое умная лента? Это когда вы заходите, допустим, на главную страницу ВКонтакте, на новости, и там на основе ваших интересов, на основе последних просмотренных вами новостей, на основе, то есть, того, поставили ли вы лайк или нет, вам подбираются вот эти вот самые новости. Допустим, вы добавились к друзьям к какому-то человеку, и вам выдвигаются его новости в том случае, если он
что-то там делает, как-то активничает и так далее. И для Ютуба этот показатель, он самый важный. То есть для Ютуба очень важно то, как ролик заходит изначально. То есть если поначалу вы залили ролик, он набрал у вас 10 просмотров, а потом вы заказали накрутку 100 тысяч просмотров, такой ролик не будет продвигаться. То есть Ютубу важно, чтобы с самого начала выхода данного ролика его просматривало как можно большее количество людей, чтобы YouTube понимал, то есть ролик стремительно набирает просмотры, значит его можно продвигать дальше, 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 и таким образом он попадает в тренды. Это примерно как-то так работает, это все условности, безусловно, я не могу знать то, как работают данные алгоритмы. Если бы абсолютно каждый человек знал то, как работают алгоритмы YouTube, то они бы не были алгоритмами, ведь алгоритмы сделаны на то, чтобы давать людям какой-то интересный контент на основе интересов. Так вот, давайте вернемся к тому, о чем я говорил. И вот, скажем, выходит у вас какой-либо ролик, и показывается этот ролик не той части живой аудитории, которая вас заинтересована, а той части, которая подписалась на вас при помощи сет-квеста. Тем самым YouTube получает такую статистику, что человек видит ваш ролик на главной странице YouTube, допустим, даже в рекомендациях. Если по вашему ролику кликают тогда, когда он попадает в рекомендации, то он начинает рекомендоваться еще больше. А если ролик рекомендуется там первому человеку, второму человеку, третьему человеку, четвертому, если ролик порекомендовался 100 людям, но при этом они на него не кликнули, все, ролик умер, просто все, его нету. Тем самым, вот если, допустим, у вас 50 подписчиков, и все эти 50 подписчиков в ту же секунду, как вышел ролик, кликнули на него, то он будет продвигаться и дальше. Это работает как-то так. А вот представьте, что вот вы выкладываете ролик, а он не показывается живой аудитории, он показывается только мертвой. И все, и каждый ваш ролик, он будет умирать. Именно такую тенденцию вы можете пронаблюдать на моем основном канале. Я ни в коем случае не пользовался никакой накруткой, никакими сет-квестами и так далее. Я не могу отрицать того факта, что мне кто-то мог накрутить. Понимаете? То есть, ну, как я могу это отрицать? Я в принципе не могу знать, как я им не могу доказать, что я не накручивал. Поэтому, ну, это такое себе. Вот. И вследствие этого, то есть, понимаете, ролик на основном канале выходит, и его не видят живые люди, его видят только мертвые люди. YouTube понимает, ролик вроде как выходит в рекомендованные, выходит в подписки, а на него почему-то не кликают, значит, ролик сам по себе неинтересный, и перестает его продвигать. Именно так все ролики у меня и умирают, поэтому я и сейчас не вижу какого-то смысла заливать серьезные ролики на тот канал по типу сампобзоров и так далее. Вот тот же сампобзор на Максима Кудрявцева, у меня даже вот сами основатели Evolver Roleplay после выхода данного ролика сказали, что ролик действительно интересный и неплохо поставлен с части монтажа, так почему же он тогда собрал даже меньше просмотров, типа, меньше просмотров, чем половина количества подписчиков. То есть там на данный момент, по-моему, даже 3000 просмотров нету. И все, и ролик не продвигается. Ролика просто нет, там идет 100 показов в день. Эти 100 показов — это просто нихуя. Человек где-то там увидел в подписках, ну увидел и увидел, и все. И вот эти вот самые 100 показов. Все. То есть ролику изначально, и вообще любой запись в любой социальной сети, хоть это что, блять, хоть это картинка, хоть это аудиозапись, хоть что, если поначалу она заходит аудитории, то она продвигается и дальше. Не заходит, она умирает. Именно из-за этого сет-квест я вам не советую использовать никому. Если вы сейчас думаете, что я мало ли все это придумал из головы, и что сет-квест действительно помогает вам расширить свою аудиторию, зайдите, пожалуйста, на канал Дапа. У Дапа, насколько я могу помнить, что-то около, ну, более 100 тысяч подписчиков. Его абсолютно не смотрят. То есть его смотрит активная аудитория, там, 1020 человек. 30 максимум. Все, больше никто. Он убил канал этим сет-квестом. Его никто не смотрит. Это действительно правда. Я знаю, что Дапа смотрит некоторые мои ролики на этом канале. Возможно, даже все ролики, я не знаю. Хотя, с его образом жизни, я думаю, что ему как-то не до роликов, так или иначе. И таких примеров дохуя. Вот зайдите просто на канал человека, который постоянно юзает сет-квест, если, разумеется, его еще не забанили, так как сет-квест на Ютубе запрещен тем, что он завышает искусственно статистику. Просто зайдите на канал и посмотрите, сколько у него подписчиков и сколько у него просмотров. Вот эта вот циферка на канале, она не влияет просто ни на что. Если вы до сих пор думаете, что еще циферка на канале вот это вот как-то влияет на рекламное предложение и так далее, что вы с этой циферкой становитесь намного лучше, ни в коем
коем случае. Просто посмотрите еще один ролик на моем канале, который называется «Не в подписчиках счастье». Подсказка должна всплыть где-то вот тут вот. Поэтому посмотрите, достаточно интересный ролик. То есть всем могу порекомендовать его посмотреть, оценить, хотя бы там поставить лайк, дизлайк, комментарий и так далее. И я вам хочу сказать, не подписывайтесь на мой канал, если увидите, допустим, этот ролик и не видели другие. Если вы такие типа подпишетесь, а больше ничего смотреть не будете. Я, конечно, хотя я не буду даже извиняться за грубость, вы мне такие нахуй не нужны, поэтому идите нахуй, если вы подписываетесь и ролики больше смотреть не будете. Мне на данном канале нужна вот живая аудитория, чтобы я мог тот канал отпустить и на этот канал выкладывать самп-обзоры и так далее. И все это зависит только от вас, как скоро выйдет новый самп-обзор. В случае же, если у меня тут будет очень большая активная аудитория, просто на том канале это уже просто какой-то пиздец. И так со многими каналами, которым уже много лет, много веков, много столетий, они все постепенно умирают из-за того, что либо они пользовались сет-квестом, либо пользовались накрутками, либо выкладывают ролики, блять, раз в месяц. В общем, ладно, я думаю, что я уже заговорился, блять, наговорил более чем на 10 минут. Я думаю, что это предостаточно. Про сет-квест, блять, как и кто еще мог наговорить про сет-квест так много, разве что какой-нибудь Дапа. Или там, знаете, Ангел Кассада. Ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.